Каркар Сингангари, сегодня мы... Триндец. Че? И сегодня уже как минимум началась школа, университет, колледж. Триндец! Поэтому сегодня мы поиграем в игры про школу. Везде школа. Ах да, наверное, вы что-то заметили, да? Я думаю, что надо быть модным. Это же вот так вот носить кепку сейчас в моде, да? Да-да-да, точно в моде. Замечательно. Я просто ввел в поиск игры про школу, а мне предлагают размазать какой-то зеленый холодец по лицу. Или же накачать ботоксом губы. Или же посмотреть на чувака, у которого явно очень плохой взгляд. Классный шутник. Ахаха, классный шутник. Мне кажется, ты что-то другое задумал. Гуся зажарить на вечер. Что он еще мог... О чем вы подумали, грязные извращенцы? Я что-то случайно нажал, я не уверен, что тут что-то будет нормальное. Тут еще реклама какого-то нашего... Реклама? Реклама! Продались! Ха! Ха! Че? Что, все нормальные парни танцуют с девушками? Обнимаю девушку, целую девушку. Пачка от булочки. А что мне вообще надо? My daily scrapbook. О, мой дневник. Давайте сделаем дневник на фоне белочки, чтобы вдруг чего мы знали, что нас ждет, если мы начнем бухать в школе. Намек? Что? Еще, что я могу тут сделать, например? Например, нарисовать что-то? Ой, зря мы это. Ой, зря. Это, короче, голубь. На петуха какого-то похож. А теперь на летучую мышь. А теперь на какую-то... Да. Это как будто какая-то женщина, какая-то вот глаза, вот рот. Это ее прическа, это ее крылья, это ее одна нога, русалка. Это ее туловище, которое плавно переходит в платье. Да! Готово. Покажи свое творение другим. О! Нет, я хочу, чтобы мои знакомые остались живы. Уходим, ребята, уходим. Это слишком даже для меня. Моя новая комната. После рекламы от нашего спонсора вы продолжите играть бесплатно. Я пока что поиграю лучше. О боже, зарядки нет. My new room. Блин. Звуки и музыка в этих играх намного круче разных скримеров. Какого хрена там сидят какие-то психически больные? Они хотят испортить психику маленьким девочкам или детям. Или мне, типичному пользователю этих сайтов. Привет! Отсюда ты можешь скачать собственную комнату? Почему со мной говорит девушка, у которой на голове принцесса пупырка, или пена, или сладкая вата, с расческой внутри? Ладно. О! Это кактус. Это собака. Это компьютер. Создай свой собственный рисунок или узор. Знакомьтесь, это циклоп Микки Маус. Вот ухо. А вот еще одно ухо. Это Микки Маус, циклоп Микки Маус. Собака. В этой части каталога ты найдешь очаровательных питомцев. Выбери кошку, щенка, хомяка или другую. Забери, пожалуйста, они у нас какают. Я хочу себе живот. А почему я не могу животного купить? Почему? Я думаю, это шедевр. Это шедевр. Каждый мечтал бы жить в комнате с циклопом Микки Маусом, фиолетовым полом, розовыми стенами. Нет, что-то не хватает. Ой, все, это шедевр. Первый поцелуй в классе. Где мышка? Как это выключить? Мама! Мама, я не смотрел на это! Какого хрена тут какие-то... Офигеть! Это игра для маленьких девочек! Это... Я хочу это попробовать поиграть. Чё? Это что, какая-то Five Nights at Freddy's? Почему только тут вместо скримеров какая-то учительница? У меня почему-то генератор вопросов как... Блин. Еще раз.
Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравился этот ролик. Можете подписываться на всякие социальные сети, ссылки все в описании, там типа ВКонтакте, Инстаграм и так далее. А я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Игры Фиксики онлайн бесплатно, без смс и регистрации. Дети Фиксики. Маленький Нолик. Папус и Нолик. Дим Димыч. Фиксик Папус. Пазл Фиксики. Такие, знаете ли, названия, такие прям аж божественные, прям за душу берет. Слушай, повторяй. Ну блин, это уже какие-то 50 оттенков серого. Космический полет. Любой ребенок хотел бы полетать, вы что ли?